Здравствуйте, друзья! У нас сегодня такая австралийская тема с утра. Там какое-то время назад Обама, бывший тогда президентом США, обещал премьеру Австралии, что он заберет у них там около 2000 людей, которые претендуют на статус беженца в Австралии. А австралийцы как бы не знают, что с ними делать. И те пока сидят там где-то в Папуа-Новая Гвинея, где-то там на острове, в страну их не пускают. И, в общем, непонятно, что с ними делать. И Обама говорит, да ради бога, что было почем говорить, 2000 человек мы заберем. Ну и так как-то вроде проблема должна была решиться. И Трамп как-то по запарке сначала пообещал, что не вопрос. Потом стал смотреть как-то на это дело и говорит, да какого хрена вообще, как, при чем тут мы, какое наше дело. Ну, вообще как-то вот так вот. И... Короче, послал его, премьер-министра-то послал, трубку на него бросил, это известная история там, вот по телефону, значит. Тот говорит, ну как же, обещали же, он говорит, это обманули дурака на четыре кулака, короче. В общем, да, ситуация с этими самыми типа беженцами никак не решалась, а тут что-то, видимо, они, я не знаю деталей, но как-то так... недостаточно хорошо их содержали, или, может быть, не настолько вежливо, чтобы те были довольны. В общем, возник какой-то процесс судебный о неправильном отношении к типу беженцам, содержащимся в Папуа-Новой Гвинее. И, значит, договорились выплатить им компенсацию. А где-то там 70 миллионов долларов. То есть примерно, так, если я так навскидку... 30 тысяч на человека, да, так получается? Я могу ошибиться, ну так, на ходу, без калькулятора. Значит, вот 30 тысяч на типа беженца за то, что их недостаточно хорошо там как-то содержали. Может быть, их даже обидели чем-то. Вот, может быть, их даже Трамп обидел, я не знаю. Они уже рассчитывали, а тут... Но 30 тысяч долларов могут, на самом деле, конечно, скрасить немного. Хотя... Так, по-моему, и непонятно, что с ними делать. Австралии, так сколько они их будут там содержать и чего. А вчера, тоже австралийская тема, этот самый премьер-министр где-то там выступал перед журналистами, австралийскими же. И это не должно было нигде там публиковаться, как бы договоренность была такая, чтобы не снимать. Но, естественно, друзья, естественно, люди снимают. Вот, в частности, там звук был записан, не столько картинка, сколько звук. Причем это как бы явно непрофессиональным каким-то оборудованием, может быть, на селфон они как-то, я не знаю. Но во всяком случае, вот циркулирует сегодня, он там пародирует Трампа, причем в манере такой, знаете, чисто, ну вот как стендап-комедиан какой-нибудь вот там выходит и пародирует, значит. Ну и просто стиль, как бы манеру и вот это вот похвалебу там. Типа, что вот, мол, вы знаете, но он типа от своего имени говорит, мы, говорит, с Трампом, говорит, вот мы там побеждаем во всех, там, вообще всех вообще побеждаем, во всех полах побеждаем, в настоящих полах, потому что те, которых мы не побеждаем, это фейковые, вот, особенно в онлайновых, вообще в онлайновых так легко побеждать, говорит он, я тут знаю одного русского чувака, говорит, ну, реально, да, реально большая помощь вообще от него, в общем, короче, вот такая вот шуточка. И все это пошло. Сначала кто-то на Инстаграме вывесил, а потом уже, сами понимаете, подхватило, понесло. И вот уже и там, и на Блумберге, и на CNN, там, и, я не знаю, Fox News с утра не смотрел, может, и там есть. Во всяком случае, вот такая, значит, у нас австралийская тема периодически возвращается, значит, и, так сказать, к вниманию, да, возвращается к вниманию американского, значит, зрителя, читателя там, и так далее. Вот я вам и рассказываю про сильно пострадавших типа беженцев, которым, насколько я понимаю, им не дали статус беженцев, но они хотели. Но вот, и, в общем, в целом Австралия перед ними провинилась очень. И вот по 30 тысяч там долларов каждому. Ну, чтобы неповадно было обижать там вот тех, кто, ну, сами понимаете. Вот, так, такая вот история. Счастливо. Я очень надеюсь, что нам из Австралии что-нибудь добавят в комментариях. У нас есть несколько человек, которые нас смотрят из Австралии. Вот там Полина, еще люди были. Вот, ребята, прокомментируйте. Счастливо.